разглядите, что содержимое портфеля составляют не только учебники и тетради, но и коньки, например. Коньки тоже могли храниться в портфеле. Также портфели носили и в 60-е годы прошлого века. Они были сделаны из необычного материала, не кожа и не ее заменитель. Портфели изготавливали из коленкора. А что же это за материал?